Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тонизируем кожу с помощью точки В13 Фэйшу. Почему именно с помощью этой точки? Вообще-то за кожу отвечают легкие, либо дыхание человека. В каком состоянии кожный покров человека, в таком состоянии легкие и его дыхание. Это сразу же. Вдобавок, кожа — это зеркало нашего с вами организма. Еще кожа является зеркалом нашего с вами иммунитета. Некоторые специалисты считают, что состояние кожи — это состояние внутренних органов. Также можно добавить, состояние кожи — это состояние крови, сосудистой системы и лимфатической системы. Сюда мы еще добавим, что за кожу очень сильно влияет под состояние поджелудочной железы. И здесь единство с легкими. Почему? Потому что легкие — это инь-орган, и поджелудочная железа — это инь-орган. Вот в каком состоянии инь органы и янь органы, в таком состоянии наша с вами кожа. Потому при всех заболеваниях кожи, мы еще раз говорим, при всех, а если вы еще внимательно присмотритесь, какие заболевания, где они расположены, по траектории какого меридиана проходящего, вы сразу поймете, в каком состоянии тот или иной меридиан. И уже не надо прибегать к диагностике. Надо быть просто наблюдателем. Бывает у людей, допустим, кожное высыпание в точке РП9, бывает в точке В13, бывает в точке ВБ-34, у некоторых в точке В-40, пожалуйста, высыпания большие. У кого-то зудящие сыпи вот в этой вот области и высыпания. Потому человек должен быть наблюдательный. Какие высыпания происходят на коже, пожалуйста, смотрите, какие меридианы там проходят, и это вам подсказка. Потому при всех заболеваниях кожи от А до Я, точка В13 Фэйшу, мы сразу говорим. И больше этой точки мы даем внимание к расслаблению. Данная точка В13 Фэйшу расслабляется. Почему? Чтобы выгнать ту ненужную энергию, которая скопилась в легких, либо та энергия, которая блокирует 100% работу легких. Но помните, мы сказали о дыхании. Человек со временем постепенно утрачивает это состояние глубокого дыхания, правильного дыхания. Потому, чтобы содержать еще кожу свою в норме, нужно что? Заниматься дыхательными практиками. Спасибо за внимание.